Екатеринбург этой ночью пережил настоящее наводнение. Больше других пострадали Химмаш, Сортировка, а также Верхняя Пышма. На улицах водителям пришлось передвигаться буквально вплавь. Фотографии потопленных автомобилей в соцсетях публикуют очевидцы. Так, на улице Профсоюзная припаркованные легковушки наполовину ушли под дождевую воду. Пешеходы также оказались практически в безвыходной ситуации. Если верить синоптикам, то дождь будет идти всю неделю, правда, уже не ливневый, а моросящий.